Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и это CSGO вместе с Лёхой. Поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас... Лёх, чё хочу, то ворочу. Да. Хочу, у нас есть. Да, сегодня пришел час отведать Лёхе силушки моей скорострельной. Мне пришел час отведать? Да, потому что мы... Выбираем сегодня режим бой насмерть, все против всех. То есть тут нет союзников, все только для тебя враги. Все. Да, прям как в ядерной войне. Да, ну про это я думаю лучше не говорить на видео. Ну тогда как в CSGO бой насмерть. Не открывается. Ай, ну ладно, пофигу. Вроде тебя слышно. Бой насмерть, прикольный режим, мне очень понравился, хотя Лёхе не очень, чудо. Но зашибись, теперь, и как мне теперь игру развернуть? Ну давай, открывайся, блин, игра, ну чего? О, все. Вот Ксевер меня убил. Ксавьер. А ты... А, неважно, в какой команде я спецназ пойду. Я тоже спецназ. Так. В бою. В бою с силушкой померимся снова. А, звуки-то тише, да. Ох, как непривычно играть. Да, я что-то тоже непривычный, потому что я давно уже тоже не играл. Офигеть. Абуз Даркнес. Калаша в голову четко стреляет. Ой, а почему черное все здесь? Вот, блин, вот как... отвлекает этот бессмертный чувак. Как отвлекает? Как? Кстати, забыл. Я прям как будто ни разу в жизни не играл. Да, мне что-то тоже сложно немного играть, я разучился, что ли, долго не играли, давно уже не играли. Вот P90, это, блин, вот в углах сидят, блин, и не дают нормально. Вот, вот. А, тут же все враги. Да, а, ты запутался? Да, я в спецназ-то не стреляю. Надо во всех стрелять, и в тебя тоже. Тебе в меня. Вот, я взял P90. Сейчас покажу свою силушку скорострельную. Пока тебе показывают силушку, если нет. Нет, я убил одного и буду еще убивать. О, кстати, мы уже в таблицу попали. А, ты вылетел уже из таблицы. А, нет, не вылетел. Блин, вот появляются не в неудачных... А, это ты? В неудачных местах появляются. А, тебя уже прикончили. На, зараза. Да, блин. Из везде просто появляются. Ай, просто со всех сторон лезут. О, по 90 я прям выпал. Блин, почему черные арки-то эти? Какие арки? Я потом на видео увидишь, короче. Почему черные все здесь? 19 хп, блин. А ты, блин. Я отомщу максимально. Ладно, не отомстил. Да ё... А, это ты? А, да на меня силушка, только на меня силушка твоя не работает. Да ё-моё, и опять не сработал. Понятно. Ой!
Ладно. Максимация. Вот с P90 мне больше всего везло в этом режиме. Блин, вот я так и знал, что я сейчас выйду и меня убьют. Впрочем-то меня убили не там. Я просто всех из этого оружия помню, когда-то выносил. Ну да, из дальнего расстояния неудобно. Да блин! Почему черный этот там все, я не понимаю. Блин, его уже прикончили. Ах, не помешали мне это сделать. Я вылетел уже из таблицы, что ли? Я же выношу тут, блин. А, нет, я не выношу. Паук лох. Кончает Максимадзе. О, я вернулся в таблицу, и надо продолжить присутствие мое в таблице. Ой, блин, я забыл, что тут нельзя оружие выкидывать. А, ты АВП хотел воздействовать своим суперским способом выкидыванием оружия. О. Почему я так далеко, я должен вперед вырываться? Ой, ну ладно. Ну, я уже не... О, я немножко выше поднялся. Из этого оружия я просто буду всех. Сейчас они отведают силушки скорострельной. Ну ладно, паух лок не отведал. Но я думаю, но надеюсь, что скоро отведает. Ничего себе, одновременно убили. Блин, бесит вот это вот. Я только заспавнился, меня убили. И, кстати, это... О, наконец-то паук лох отведал силушки скорострельные. И он меня сразу же отомстил, обалдеть. Вот этот раунд закончится, мы еще один обязательно сыграем. Злобный гений убил меня. 7 патронов друг друга пустили, и я попал. Блин, я тебя хочу найти, если честно. Офигеть, я просто в припеке забыл. Отведай-ка силушки скорострельной. Не заметил. Ой, откуда? А. О, как он отлетел, отлично. Кто, я? Или? Чувак там один. О, он подпрыгнул, я ему прям голову залетел. Эй, Максимадзе, повернись. А, это не ты. Мы все тут одинаковые. Спутать да. Можно легко. На, нафиг. Как так-то? Я помню, я... Как-то два раза аж подряд первое место занял в этом режиме. Вот. Ой. Кстати, постоянно. Вот это вот. Да, у меня тоже такое было. Правница. Да блин, оружие перезаряжалось. А, это я тебе убил? Да, ты. А здесь тут вообще перели... А, это просто от дыма. Ма... Димпл. Симпл, димпл, блин. О, все, раунд закончился. Ладно, мы постараемся... Просто когда мы начали, тут игра уже шла какая-то. Ты слышал эту песню? Да. И поэтому сейчас мы начнем новую...
И уже с самого начала. Будет, и так что будет больше шансов занять более высокие места. Так, ждем начала следующего матча. Я. И вот интересно, может быть, я за террориста попробую сейчас? Максимадзе на террориста, чё? Да. А ты за спецназа также будешь, я так понял, да? Вот мы из-за террористов. А где это? А где P90? Ой, откуда? Откуда? А, из машины. Бот Куин. Это еще бот только, серьезно. О, Леха на втором месте, да ладно. Вы что, серьезно? Уже на первом. А, нет, уже на втором опять. Ничего. Мы скоро вырвемся на место повыше. Сейчас P90 возьму. И как захерачу? Ух ты. Как он хорошо из калаша стрелял. А куда он пропал? Он только что здесь был. Блин. Отведай-ка силушки скорострельной. Да, за тебя отомстили мне сразу же после этого. Блин, постоянно сажусь. На, зараза. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет. Отведай кость, блин. Я сразу видел, что это ты был. Я тоже видел, что это ты был. А, блин, а этот ничего не делает вообще. Хоть у тебя тут и близнецы есть. О, я на втором месте, отлично. Надо еще выше подняться. Отведай кость, силушки. Скорострельная перезарядка все испортила. У меня один хп оставил. Ну, перезарядка вот не вовремя пошла. А ты мне дай-ка силушки скорострельной. Да, блин. Да ё-моё, вот как вот ненавижу вот этих прозрачных. Я должен на первое место попасть. Ой, откуда? Откуда? А, вот откуда. Я должен на первое место вырваться. А, опять этот, который не делает ничего. Я просто фармю очки на нем и все, блин. Да блин, Симон, ты что-то распрыгался. А ты, а где ты? Я тебя не вижу вообще. Да блин, опять этот, а, вот ты где. А я думал, ты вообще сверху по мне стреляешь. Ну, я и сверху был. А как ты так быстро оказался внизу тогда? А вот сверху. Что-то тут боты, я смотрю, есть. Много, причем. Почему я до сих пор не на первом месте, блин? Я так и знал, что это ты. Как М-ку взял, так сразу подтянулся. Отведай, силушки скорострельной. Сейчас ты отведаешь у меня силушки жопострельной. Нет, это ты отведаешь. Ну, потому что я направо отведался. Так, ну-ка. Ой, блин, стреляют по мне. Вот самый неподходящий момент, когда я перезаряжался. Вообще, как каша. Да ё-моё, с двух сторон, черт возьми. И все. И они не дают мне на первое место вырваться. А ведь мне чуть-чуть осталось до него.
Ну и, кстати, тебе тоже. И это действительно так. Я должен на первое место вырваться. Да ё-моё! Из дальнего расстояния не очень-то удобно. Хотя это не сильно-то дальнее было. Ну ладно, я зато теперь знаю, где ты. Да что ты говоришь, моя мама? Тебя-то... Ой, блин, ну ты, ну вот издалека неудобно. Я буду продолжать с P90, потому что из него очень удобно. Очень удобно прям по реальному выносить. И вот перезарядку просто ненавижу, перезарядку. Ненавижу. Прям в полете. Отведай-ка силушки скорострельной. Отведал. Ух ты. Откуда? Откуда? А его не видно было даже. Блин, мне никак не дают на первое место вырваться. А ведь я бывал на первом месте раньше, когда-то играл. Да блин. Вот издалека неудобно. Я терпеть это не могу, когда с двух сторон меня стреляют. И после этого ты все еще любишь этот режим? Да. На нем мне везет больше, чем в других режимах. Блин, издалека неудобно. Значит, надо стараться хорошо играть. Но ведь когда-то же получалось. Вон, на третье место ты неплохо же. Ох, сколько я уже шприцов в себя вколол. А я ни одного. Мне ни разу шприц не выпал. Наверное, потому что я постоянно умираю. А мне нравится даже. Одновременно сдохли, а? Обалдеть. Ой, блин, что, почему меня постоянно убивают? Тведы-ка, блин. Маслины, P90-овская отведыка, силушки скорострельной. Сколько раз я уже это сказал? Даже больше, чем за предыдущий выпуск. Отведыка. Нет, чудо, блин. Нет, как же мое оружие? Отведыка, силушки скорострельной. А это не ты был? И ты отведай. Он на первом месте уже, чё, правда, что ли? Ну вот, после этого раунда мы сыграем еще один, я думаю. У нас времени хватает. Вполне. И там я уже постараюсь реально... Опять этот стоит, ничего не делает. Отведай-ка силушки скорострельной. Пошёл ты уже. Опять этот домбермен или... А, даунмен. На нем я просто на нем фармлю очки. Я даже достижение получил, знаток P90. Силушка говнострельная. Нет, нет, скорострельная. У P90 наиболее скорострельная, чем у любого другого оружия. Минута полторы осталось. Блин, шприц. Блин. Как меня далеко кидает от вас. А меня по-разному. Иногда да, иногда нет. Опять этот даунмен здесь. Я на нем просто фармлю очки опять. А вот и шприц. Первый шприц мне выпал сейчас. Я
я уже пятый вколол. С двух сторон, я это бешу. Опять даунмен здесь. Сколько раз я даунмена зафигачил, а? Блин. А, это ты. Вообще не видит, что я иду, что ли, сзади. Отведал силушки скорострельные. Нет! Блин. Ладно, давайте еще разок. У нас времени хватит, я думаю. Я первый. Вообще я хотел быть первым. Ну ладно. Ничего, у нас еще шанс один есть. Давайте попробуем. В этот раз я спецназ снова попробую. Ты видел, меня отделяло одно убийство? Да, видел. Чё ты мало очков набрал? Я? Ну, мы на 100 больше набрали. Ну, я, тем не менее, на третьем месте. Надо постараться выше. Я хочу первое попробовать за ней. Я помню, я так выносил из по 90, первое место занимал просто. Меня уже просто разносит. Блин, я поздно заметил его. Тебя разносит? Да. Везде. У него что, хп так много, что ли? А, у него 5 хп осталось. Немножечко не хватило. О, я слышу. И из дверей, и отсюда. Стрельба идет. Я на 4-м месте. Не, так не пойдет. Уже на 5-м. Надо исправлять это. Прямо у меня за спиной заспаунились. Охренеть. Хотя, с другой стороны, я за чьей-то спиной тоже часто спаунился, так что вполне, скотина, справедливо. А, он сдох уже, ё-моё. Ну окей, так, кто там в яме прячется? Покажись и прими вызов на бой честный. Зря я это сказал. Не надо мне бой честный. Сенсей, блин. Тоже мне сенсей. Что это за сенсей такой, если он отведал силушки скорострельные? Даунмен здесь, наверное, опять ничего не делает. Отведайте силушки скорострельные. Тебе просто повезло, что мне перед... Трижды. Я слышу с этой стороны. Кто-то идет. Какой-то непонятный Сергей. Шприц, быстрей. Даунмен, который опять ничего не делает. О, я на втором месте, неплохо. Надо продолжать эту ситуацию. Эх, перезарядка все портит. Голосовые, бесят голосовые. Красиво подлетел чувак после смерти своей. Сразу двоих сейчас убью.
На, ты отведай силушки скорострельной. Блин, ненавижу этих бессмертных. Что-то не очень игра идет. Ну а по мне нормально, правда я на не третьем может, уже оказался. Правда я уже на третьем оказался какого-то фига. Да блин, он готовился, что я сейчас выйду отсюда. Да как так-то? Да как так-то, действительно, как так-то? Действительно, как так-то? Сейчас вы все отведаете силушки скорострельной. Ой. Не надо, дядя. Я забыл, какой кнопкой оружие выбирать. Ты сказал, не надо, дядя? Нет, это не я сказал. Это в голосовом кто-то сказал. В ответ на мне. Блин. Не-не-не-не, я должен занять место выше. Я не хочу на третьем месте, я хочу выше. Да ё-моё. Ой-ой-ой, поздно заметил. Да не. Ну что ж, тут игра для меня идет лучше, чем в предыдущем выпуске, где я проиграл очень позорно. Позор? Есть, блин. Если, что я полгода бегу до людей. Да, кстати, вспомнил, как Саня, как у нас Саня, как ниндзя просто прыгал. На, отведай-ка силушки скорострельной. Три минуты еще есть у нас. Блин, заспаунился в неудачном месте. Кто Леха АВП взял наш? Всех разносить. Ну, а чё до этого не... А чё ж ты до этого не додумывался взять АВП? Не знаю. Да, ведь и правда, почему раньше не додумывался взять АВП? Вон как ты летишь уже на четвертом месте ты оказался. Блин. Что ж такое, шмелёнок подлый. Да блин, за спиной как всегда спавнится. Почему именно он победил, почему не я? Отведайте силушки скорострельные все, пожалуйста. Подписчики, зрители, наверное, уже устали слушать эту фразу. Я так и знал, что кто-то за дверью прячется. В углу. Сенсей, блин. Тоже мне сенсей, блин. Да, меня он тоже бесит. Когда противники появляются и просто не дают покоя. Отвлекают бессмертием своим. Они
бессмертия могут стрелять. Могут, да. А у них пропадает бессмертие, когда они начинают двигаться. Что-то я скатился. Ой, я на пятом, я только что на третьем был. Да ё-моё! Минут всего осталось, я первое место не займу уже. Но знаете, ребята, у меня... Я дважды это сумел сделать. С P90 с этим. Засел ты, чувак, засел просто. Где ты? Выходи сейчас, ты у меня отведаешь силушки скорострельной. Чё, тебя еще до сих пор никто не убил, да? Блин, мне не дают к тебе подойти, меня убивают. Ну зашибись, я до тебя уже не успею дойти за 20 секунд, за 15. О, я на третьем. Нет, уже на четвертом. О, ты уже сдох. Тебя здесь нету. Четвертый. Сколько времени прошло? Ладно, давайте заканчивать на этом. Ну что ж, Максимадзе сегодня показал свою силушку скорострельную. Ну и Леха тоже дал мне отведать ее. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как херачит Максимадзе. Ну что ж, на сегодня все. С вас такой подписос и с нас эпичный видос. Подписывайтесь на Чоха Чотова Рачу, подписывайтесь на мой стрим с киносом, в группу ВКонтакте. И всем пока.